Ухте готовят к зиме уличные лестницы. Подходит к завершению в том числе большой ремонт трех объектов, которые планировали привести в порядок еще прошлой осенью. Лестницы на Советской, проспекте Ленина и улице Космонавтов. В прошлом году подвел подрядчик, с которым администрация в итоге расторгла контракт. Но при этом найти нового не смогла. Почти год три лестницы были закрыты для эксплуатации. Но совсем скоро горожане смогут вновь ими пользоваться. Мы их практически уже сейчас доделываем. Подрядчики неплохие, вроде бы жалоб особо нету. Там, ну, есть маленькие недочеты, но это и своими силами мы тоже работаем. Сделали 4 лестницы, мелкие ремонты, и остальные тоже подправляем, железо там, где еще. За очистку и посыпку лестниц в зимний период тоже отвечает спецавтодор. Этим сотрудники организации занимаются только вручную и к работе в усиленном режиме уже готовы. Заранее заготовленной смесью при понижении температуры лестницы обрабатывают сразу. А потому коммунальщики нередко хранят эту смесь рядом с лестницами в специально подготовленных боксах. Горожане иногда принимают их за мусорные контейнеры и выбрасывают туда отходы. Ухта спецавтодор обращает внимание, такие емкости с песком несложно отличить от мусорных. Их специально ставят отдельно от контейнерных площадок.